Всем привет и слава Украине! Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. Сегодня у нас традиционные итоги недели с хорошо знакомым и любимым вами Владимиром Копчаком. Приветствую, Володя. Рад тебя видеть очень. Героям слава! Приветствую, уважаемые зрители! Кто має и не має Бога в сердце, подписывайся на цей чудовий канал. Традиционно фраза «Не для піонерської правди». Дякую, друже. Дякую. И идем. Идем по повестке дня, а повестка дня, ты знаешь, что вот столько уже говорили про это заседание Совбеза ООН, даже спрашивать у тебя неудобно, а с другой стороны, не спросить не могу, потому что, ну, реально, это не для красного словца, не для того, что там поднять твои акции или там сказать тебе приятное, но реально зрители ждут твоей оценки, поэтому давай-ка придется поговорить. Зачем процедура позиции основных стран? Нет, смотри, Совбез ООН ожидаемо прошел в фоновом режиме. Вот, в режиме подтасовки тех процессов, которые мы обсудили, несколько программ предыдущих. Вот, вспоминаем фразу «к сожалению», когда все думали, что я шутил, оно не произошло. Произошло, ну, скажем так, Совбез ООН был бессмысленный, бесполезный и беспощадный, в чем были до начала его проведения уверены все стороны процесса и заведомо на это дело шли. Первый момент. Не знаю, посмотрит или не посмотрит, уже в комментариях или перепащивая пост Бориса Новосардяна, одному из своих азербайджанских друзей я роялти уже передал, вот пока виртуальное, вот, за то, что я с ним полностью согласен, формат Евровижен или Евровидения, в котором проходило это заседание ООН, мне не интересен в принципе. И так далее. И вот это все мои оценки на это и завязываются. Хотя, в принципе, был период, когда, по-моему, 2010 или 2011 год азербайджанский дуэт победил вот в этом конкурсе Евровидения. И вот я за него болел неистово, потому что там по разной информации продюсированием его занимались в том числе и украинские специалисты, до этого сделавшие чемпионкой Руслану, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, комментаторы внимательно и поправят. Были разные времена и отношения, в том числе украинцев, азербайджанцев, к этому прекрасному конкурсу. Год Евровидения было поинтереснее и, по-моему, даже повлиятельнее на определенные процессы, чем это Совбез ООН. Не скажу, что особо готовился к программе, но пытался вокруг этого события хоть за что-то зацепиться. Сказать что-то нетривиальное в том потоке вот, обсуждений Совбеза было сложно. Я для себя выделил два момента. Ну, момент первый. На его фоне это то, что мокрыми трусами начали гонять уже российских миротворцев основательно армяне Карабаха. Вот, как потенциальные граждане Азербайджана. То есть есть несколько потенциальных граждан Азербайджана, это я всегда добавляю, они в этом пока не признаются, говорят, что этого не может быть, но процессы идут прекрасные, что в определенный момент вооруженным силам Азербайджана придется вводить свой миротворческий контингент на свою территорию, чтобы защитить российских миротворцев от своих, пускай и потенциальных, местных граждан армянского происхождения. Это первый момент. Посмотрите, если не ошибаюсь, фамилия героя Овсепян, могу ошибаться, часть его прекрасных видео стали уже вирусными. Настолько вирусными, что их в позитивной коннотации перепубликовывали издания а-ля «Калибр». Вот. Это первый момент, на мой взгляд, показательный, потому что не устаю повторять то, что Россия домодерировалась и домодерируется до того, что санными тряпками их будут гнать местные армяне Карабах. Используют ли стороны противостояния этот очень важный кейс, вот, который будет развиваться, углубляться как угодно, об этом мы поговорим. Вот. Баку и Ереван, мне сложно сказать, остается только надеяться. Следующий второй момент, я, честно говоря, смотрел, наблюдал, как информационная машина проармянская, проазербайджанская, армянская и азербайджанская и другие заворачивали происходящее на Совбезе ООН. И, вспоминая бессмертное Хазанова, Каравайчук не подвел. Я ждал, как себя... Скажи вот это, я ждал до воскресенья, ты мне написал, но я ждал до воскресенья. Ну, слушай, это старая советская еще хазановская юмореска, вот, когда то ли брежневская делегация приезжала в маленькое село, вот, и там поставили памятник греческому герою Гераклу, поставил его местный мастер Каравайчук. Вот. Поставил в оголенном виде и так далее. Или там кто-то из комиссии Брежнев спрашивает, говорит, кто это?
Вот. Он говорит, грек из античных по фамилии Геракл. Вот. Он говорит, то, что грек видел, вижу, говорит, что это, и тычет в середину композиции. Вот. Говорит, убрать. Вот. Ну и на утро там знаменитая фраза есть, и местный мастер, и на утро Каравайчук не подвел. Закопал Геракла по пояс. И так далее. Так и здесь. Я ожидал, сейчас скажу, о чем вот будет или нет, и Каравайчук не подвел. Проявился такой прекрасный телеканал «Дождь», известный, широкоизвестный в узких и не только кругах, и взял, как ни странно, он интервью, как вы думаете? Кого? Ага. Не у Гургена, не у Сисяна, как ни странно. Взял у политического активиста из Нагорного Карабаха, прямая цитата, Рубена Варданяна. Вот. Пазл к пазлу и так далее. Вот это для меня тоже показательный момент. Вот. Все эти дзятки и прочие черти вот сами офигели из этого интервью, они его не разгоняли ни по своим соцсетям и так далее. Но этот момент достаточно показательный, несмотря на то, что в азербайджанском дискурсе Варданян якобы уже отыгран после кейса рудников и экологов. Якобы он уехал, то ли убежал, как Керенский в женской одежде с гусем, или уехал под портянками вонючими. Нет, здравствует и отыгрывает кремлевскую линию внутри Карабаха, которую можно определить как, образно говоря, бетонные блоки. Это я говорю не только о перекрытии Агдамской дороги. Что касается интервью Дождя, вот банальный вопрос у меня, ну, это может выглядеть кто о чем, о лысой бане или о расческе в бане, да, в моем случае, но это надо проговаривать, это очень важный маркер. Вот, Варданян продолжает продавливать интернационализации, субъективизации темы Карабаха на международной арене. Работая через различные структуры, в том числе через российских других олигархов, которые пытаются выглядеть порядочными сейчас, уходя от санкций и так далее, работая по своим каналам в Европе, на Западе и так далее. Так вот, простой вопрос. Почему Дождь не взял интервью у Гургена Нерсесяна, а взял у Варданяна? Потому что на задании, если кто-то Гургену Нерсесяну сказал, дай им $100, они у тебя возьмут интервью, он бы сказал, а нахрена оно мне надо? А Рубен Варданян сказал, что нужно. И на тупой зарплате, это аналитика, а не информация. Отработала была информационная повестка, вот не для рекламы. Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет и очень многое поймете. Это привязка и к Украине кейса, вот, размывание якобы этот. Это создание картинки, что даже уважаемые и независимые, либеральные, какие угодно эксперты из Российской Федерации на твоем канале начинают там рассказывать, что Рубик Варданян отыгрывает собственную повестку, отличную от Кремлю. Но это просто смешно и кривая улыбка. Вот этот вот момент, на мой взгляд, показательный. Он, россияне будут его удерживать до последнего, несмотря на всю токсичность его для Баку, пока его Баку терпит. И, ну, вот два таких момента. Первый – негодование армян Карабаха. Второй – вот этот реанимация или опять освежение проекта Варданян в этой ипостаси для меня лично, на мой субъективный взгляд, сейчас это самый показательный момент. Вот. Что касается, собственно, совбеза, чтобы закрыть, он, это был один из элементиков в фоновом режиме, который зафиксировал текущую ситуативную инициативу Российской Федерации по монополизации под собой переговорного процесса, что у нее на данном этапе получается весьма и весьма успешно. Лихо закрутил сюжет, то есть один из элементиков для того, чтобы Россия монополизировала этот процесс. Я тебя правильно понял? Я тебя очень плохо слышу, Гела. Это катастрофа какая-то. Я ничего не понял, по губам не могу читать. Понятно, но это странно. Ну давай так, давай я погромче буду говорить. Давай я погромче буду говорить. Лихо давай, я давай. Закрутил сюжет. То есть фактически получается, что это было сделано для того, чтобы Россия монополизировала процесс? Что было сделано? Заседание Совбеза ООН было сделано для того, чтобы Россия монополизировала процесс. Я тебя правильно понял? Нет, я не знаю, что для чего было сделано, но не только вследствие Совбеза. Сейчас мы наблюдаем крен на монополизации Российской Федерации переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном. Отрицать это бессмысленно. И, ну вот смотри, Ереван шел на этот совбез, выступая его инициатором полностью в кремлевской парадигме. Точка. Это первый момент. Следующий момент. Ереван абсолютно точно знал, что этот совбез именно так и закончится. Вот. Поход Еревана на совбез ООН
для меня это ситуация в миниатюре, вернее, в максиматуре в данном случае, абсолютно аналогичная с отсылкой, по-моему, 24 грузовиков к контрольно-пропускному пункту или пограничному пункту Влачин. Почему зеркальная? Потому что и тогда, и сейчас они заведомо знали тогда, что этот груз пропущен не будет, а сейчас они знали, что совбез именно четко таким образом и закончится. Это не аналитика, это тебе информация. Зачем это делалось? Бог судить не за поступки, а за мотивы. Много было сказано о том, что Никол Пашинян отыгрывает внутриполитическую повестку, мэрские выборы и так далее. Имеет это место быть. Вот там ситуация сложная, некомпетентен, пока не дошли руки обсуждать чьи-то шансы. Процитирую только Бориса Новосардяна, полностью с ним согласен, что одно дело, когда идет сам Никол баллотируется, другое дело, когда баллотируются люди Никола, это не всегда одно и то же в условиях Армении сейчас. Я про мэрские выборы и так далее. Поэтому в данном случае я вижу эту ситуацию таким образом. Но опять же, эту тему надо закрывать, потому что она закончится. 27-го я специально посмотрел июля впервые на канале 1Н в Ереване. Я только вот это все стояния очередные начались. Я сказал следующее. Все закончится тем, что будет работать два пропускных пункта, две дороги. Как там будут распределены грузы по назначению? Вот, две дороги. Одна будет работать через Агдам, вторая будет работать в ручном режиме для российских так называемых миротворцев и в режиме максимально приближающемся или похожем на пропускной пункт для армян, это дорога через Лачи. Вариантов нет, вопрос только времени, сроков я, как ты знаешь, не называю. Ничего нового не происходит и, опять же, ну, витает в воздухе то, что Запад, не коллективный, коллективный, какой угодно, может ситуативно согласиться на такое российское посредничество и дальше. Почему нет? Если стороны этого хотят, обе. Слушай, получается тогда, вот продолжая твою мысль, получается тогда, что Франция подыграла России. Ну, а что тебя здесь удивляет? Я не говорю, что они, ну, позвони мне, позвони, созвонились и расписали эту тему, но ситуативный подыгрыш, господи, кейсов сколько угодно. Украинский до недавнего, потом поменялась политика и так далее. Сейчас ничего нового. Вот. Самый классный мужик вот на совбезе, было два классных мужика для меня. Это Ганец и Китаец. Это я твои программы вспоминаю. Ганец – это просто мой братан. Верните, дайте Майку Тайсону свободу, надо было вот ему еще спеть. Верните МГ ОБСЕ и где ОДКБ? Как ему еще на бумажке не написать не Шойгу Герасимов, где сука Зась? Это было вообще круто. Это первый мужик. И второй момент теперь серьезный – реакция Китая. Тут же нам рассказывают, особенно в Грузии, тут позитивные мечтуновые блогеры там и прочие, вот, рассказывают, что какой Китай прекрасен, и это не российская парадигма посредничества на Южном Кавказе. Так вот, на совбезе, видишь, я уже что-то начинаю вспоминать, хотя не хотел. Китайцы что сказали, говорит? Нарушили принцип средневековья или феодализма. Вассал моего вассала, мой вассал. Тогда не мой вассал, а здесь он по Южному Кавказу сказали, но есть Россия, что вы там копошитесь и так далее. Какие-то немцы, непонятно все, французы бегают, там тумбочки, кровать, успокойтесь. Вот есть это, мы согласны на этих, как это называется. Если серьезно, говорит, давайте субъективизируем этих ублюдков еще больше. Вот на Южном Кавказе нас это вполне устраивает. А дальше посмотрим в разрезе украинской войны и так далее. Вот так это выглядело. А все остальное это инсинуации. Привет нашему другу. Ну и Евровидение, которое не наш формат. Потому что реакции обеих сторон меня, честно говоря, забавляли. Ну, армянское, понятно, они выдавливали, как из мусорного бака, из тюбика, что-то позитивное для себя в этом кейсе. Ну, азербайджанское тоже там абсолютно дежурный момент. И я уверен, стороны шли именно на такой финал. Именно на такой финал, его другого быть не могло. Вот почему они так пошли на него? Зачем это? Есть мысли... И сумбурно уже их озвучил. Слушай, ну хорошо, но вне зависимости от совбеза ООН, есть кризис, кризис есть. И ты сказал, что он закончится. А когда он закончится и почему? Что закончится? Кризис. Кризис когда закончится и почему? Я не знаю, когда. Я знаю, что он закончится открытием дороги через Агдам и работой в том или ином виде, режиме пропускного пункта. Все, без вариантов.
На это будет давить Баку в торгах, в системе давлений, в разговорах с Кремлем и так далее. Ну или очередная фаза горячей войны. Вариантов нет. Тут или-или. Все. Горячие войны, то есть точечные удары по армянским А позициям. тут сказано, пересказано. В Москве было бы интересно, чтобы Баку подставился, как осенью прошлого года с обстрелами коллективного Джимрука и так далее, пошли там на Сюник и так далее. Но я думаю, раз мы уже это с тобой обсуждаем, это понимают и в Баку. То есть две логики. Одна оккупационная для Азербайджана, вторая деоккупационная. Любые точечные, неточечные, какие угодно удары по территории, которая находится под российской военной оккупацией, это будет деоккупационный формат для Баку. Ничего нового я здесь сказать не могу. Опять же, подчеркиваю, это не призывы, вот, это не мои хотелки, но это назвать белое белым, а не серо-буро-малиновым, а черное черным. Все, других вариантов нет. Все. Другой, и это под вариант, как там, чтобы не зацепить миротворца, так называемое, чтобы не подставиться там по Схинвальскому варианту, с вертолетиком ноября 2020 года. У Кремля, если вдруг им этого не захочется, у них спектр достаточно пестрый, но и очевидный, на мой взгляд. Поэтому ничего тут нового. Это совбез вообще был ни о чем. Он просто как бы сделал оболочку и развитие кейса вызова на ковер, когда в Брюсселе, если я не ошибаюсь, после Брюсселя последнего, ну, витало в воздухе подписание мирного договора, когда даже Ильхам Алиев аккуратно сказал, что я не настолько, скажем так, оптимистичен, но до конца года вижу такие перспективы. После этого был вызов на ковер Москву, и дальше мы идем на треке, тот который видим сейчас, наблюдаем. А совбез – это один из его элементов. Дальше будем посмотреть. Слушай, ну давай тогда обсудим цели Москвы. У них же наверняка тоже есть стратегическая цель какая-то. У них стратегическая цель... Нет у них стратегической цели, они сейчас не в состоянии их ставить. А тактическая – продержаться до 2025 года. Они считают, что сейчас задача это у них решена. Дальше цель у них абсолютно объективная. По-моему, у уважаемого Расима Мусабекова видел пост, что первоисточника не видел, сейчас обсасывается якобы вброс нового плана Лаврова, где все вот эти вещи. Но там есть пунктик, что Россия за собой фиксирует на бумаге посредничество между Баку и армянами Карабаха. Но это все об этом. Это очередной пункт Лаврова. Вспоминаем предыдущий переговорный десятилетиями трек, который в логике, подчеркиваю, в логике Кремля, завершился. Пускай и не идеально, но исполнением единственного пункта плана Лаврова, который интересовал Москву, это военное присутствие в виде оккупационного контингента в третьей южно-кавказской стране. Все, все остальное – это девиации и прочие инсинуации. То же самое сейчас – это закрепить свое присутствие. Ну это очевидно. Это очевидно, и там Азербайджан дал понять, что до 2025 года никто вас с рычами гнать не будет. Дальше, ну, уже попугайничать надоело, прошлая программа, как они уйти по своей инициативе и вследствие чего они могут, ну, мы уже это проговаривали. Выгонять их никто силой не будет, если сами не набыкуют. Ну, или если с ними не случится беда, которая вполне может с ними случиться. В целом. Ну, опять же, тут же сроки здесь второстепенны. Почему? Потому что, ну, уже все подписанты, Баку, Москва и Ереван, все подписаны публично на всех уровнях, признали и живут в парадигме, что эта бумага не работает. Она не работает. По вине Москвы, не по вине Москвы, она не работает. Она прописана была так, чтобы не работать. Она была прописана до большой войны против Украины и прописана таким образом, она бы идеально работала, если бы они в Украине побеждали или победили, как планировали. Сейчас это просто театр абсурда. И когда кто-то достает пункт про «откройте дорогу», например, из Армении, ну он просто себе, через Лачин, он просто себе стреляет в ногу, потому что это открытие КПП, оно дает козыри Еревану сохранять субъектность по двум КПП из Азербайджана и из Азербайджана с Нахчевана. Все. Но это же просто как карандаш. Что тут обсуждать? Китайцы какие-то, еще что-то. Все, там не выполняется. Те выкатывают пункт, как пистолет Груздева из Баку, что говорят, ребята, незаконное вооруженное формирование. Вопрос. Готов сейчас Ереван выйти и сказать, давайте выводить? И, ну, риторический вопрос.
Вот и все. Какая там логика внутриполитическая, еще какая-то. Вот эти все разговоры там, что произойдет водораздел о том, что Армения станет резко прозападной, а Азербайджан станет пророссийским, этого не будет. К сожалению, опять же, почему? Потому что если бы это было зафиксировано, Армения прозападная хорошо, Азербайджан пророссийский вместе с Турцией в динамике развития на украинском фронте прогнали их потом тихонько с саными тряпками, ну или громко. Но этого пока нет, нету такого водораздела. Не разворачивается никуда сейчас Армения, и мы это четко наблюдаем. Как бы мне этого не хотелось, и меня чуть ли не в адвокаты там или в политтехнологи Пашиняна чуть ли не записали, но имеем то, что имеем. Вот. Как-то так. Тебя записали в политтехнологии Пашиняна, ну, есть чем гордиться, в общем-то. Да. Есть чем гордиться. Ну, кстати, по этому плану Лаврова, то есть ты самих пунктов не видел? Я видел пост Расима Мусабекова, там ни о чем этот пункт. Он правильно сказал, не подходит для одних, не подходит для вторых. Он абсолютно четко сказал, что надо обсуждать не его контент. Контент там классический мусорный бак, что одни достают, ах, смотрите, они уже не на Горный Карабах говорят, а просто Карабах. А тут, ах, вот в следующем абзаце сказали не Ханкянди, а Степанакерт. И наоборот в Ереване свои там, посмотрите. Вот, что Франция, понятно, и Соединенные Штаты, а Британия промолчала, они за субъектность, если мы станем прозападными Карабахом. Чушь это все, на мой взгляд, пока. Там главный момент о том, что идет конкретный наброс, что Москва на бумаге, недословно цитирую, монополизирует или фиксирует свое право медиатора, или, как, опять же, часто вспоминаю Бориса Новосарляна, мне понравилось, брокера между Баку и местным населением Карабаха. Вот и все. Но самый главный момент, мне кажется, сейчас, ну, пусть это будут мои хотелки, в кратчайшие сроки решится вопрос поставок гуманитарных грузов, потому что, ну, люди реально потребляют. Не так, как это подавала армянская сторона в Совбезе, чем прострелила себе ногу, но люди страдают сильно. И этот вопрос будет решен. Ну, тут у меня нет никаких сомнений. Тут это единственный позитив из происходящего. Важный вопрос. Этот вопрос будет решен при участии дорогих россиян? А как по-другому? Не, ну, слушайте, кто пропускает корреспондента Дождя в Карабах, а кто не пропускает Дубнова, например? Как, там технически невозможно проехать пропускать мимо России. Можно, я имею в виду большую роль. И только, ну, без них, ну, они там стоят, где? Они там стоят. Как ни крути. У них сейчас проблема в чем? Они модерируют Рубена Варданяна. Если кто-то рассказывает, что Ереван против открытия так, в таком формате, я соглашусь только отчасти. Но кто блоки выносит? Ну, поинтересуйтесь, как в том же в бэк-офисе Пашиняна в преддверии выборов, или поклонники Пашиняна, или гражданского долга, там внутри есть свой внутриполитический дискурс. Как они относятся к кандидату и к команде, к самому Рубену Варданяну, который продвигает там на выборы мэра свою кандидатуру. Это мы ближе к ним поговорим, опять же. Не хочу гадать на кофейной гуще. Жду материал от армянского автора по этому поводу. То есть где не знаю, там не знаю. Тут чисто чувствую. Но тут же понятно все. Кремль не отпустил эту линию. Бетонные блоки будут убраны каким образом? По команде Кремля или снесены, грубо говоря, азербайджанской стороной? Суть это не меняет. Это все равно в системе работы с россиянами. Они там физически стоят. Ну, что мы обсуждаем здесь? На самом деле, то, что называют план Лаврова, это попунктно роспись интеграции Армян-Карабаха в Азербайджан. Не совсем, но это один из подпунктов и главный. Там весь этот план или логика Кремля заключается в следующем формате. Первый момент. Или подписывайте сейчас быстро на наших условиях, а там по разные источники говорят, что там есть и понятие статуса, может даже не использую это слово, но идет намек на том, что на переходный период присутствия российских миротворцев и модерации может быть какой-то статус. Это неприемлемо для Баку. Раз так, тогда подвешиваем состоянием. Копыркин, мать твою, наливай, он первый озвучил ну, на современном этапе, оставить решение конфликта последующим поколениям. Это тоже джекпот для Кремля в нынешнем положении. Да, и тут же понимаешь, где ну,
я не знаю, правильное ли слово опасность, если, например, обе стороны вдруг на это пойдут или их склонят. Ты же пойми одну вещь. Мы возвращаемся в условный 25-й год. 25-й год. Ну, я вижу ситуацию так. Если путинский режим будет сохранен со сменой вывески или без, они там будут стоять. Я сейчас про Карабах, про Грузию или там Армению, это вообще отдельная история. Но есть и другой вариант. Если будет проведена смена вывеска, а контора останется со своими интересами, они там будут пытаться остаться уже, скажем так, с очищенным или очищаемым лицом в контексте выхода из украинской войны. Но это гадание на кофейной гуще. Если фронт будет в том состоянии у нас, что сейчас, без жесткого поражения Российской Федерации, никаких особых изменений, чтобы их выпулили по инициативе Баку или совместной инициативе между Баку и Ереваном, это вообще пока фантастика. Я пока этого не наблюдаю. Ну, без вариантов. Нет, ну а при чем тут инициатива Еревана? Есть бумага, которая не выполняется, но там да, записано 25-й год. Азербайджан постоянно говорит о том, что вот небо упадет на землю, вот, блин, все лопнет, все, апокалипсис настанет, но в 25-м году их не должно быть. Все. Дело, смотри, я хочу Очень. вспомнить, и его вспомнят наши зрители очень легко, период 44-дневной войны. Где-то с начала октября, когда четко началась просматриваться победа, все азербайджанские спикеры, от дежурных по экспертному талибанату до действительно тяжеловесов политических, экспертных, а-ля Расим Мусабеков, и заканчивая верховным главнокомандующим. Все без малого 44 дня говорили следующее. Мы за миротворцев любой национальности, хотя все понимали, какой национальности эти будут миротворцы. Но на границе между Азербайджаном и Арменией. Все. Мне тогда комфортно было поддерживать этот тезис. Я за него был категорически за. Всегда говорил, что только на государственной границе. Только. Хотя, сори за нескромность, понимали, что все подводится к плану Лаврова. Именно поэтому не было перерезано после взятия Кубатлы Лачинская дорога. Это я азербайджанский диск уже. И так далее. Именно поэтому. Именно поэтому Азербайджан очень хотел без этнической чистки взять Хан-Кенги. Там блуждали люди на уровне ДРГ и так далее, рассказывали обстановку. И по совокупности причин с 9 ноября весь азербайджанский пул начал нам рассказывать вот, о том, насколько это прекрасно, правильно и единственный вариант, то, что там именно российские миротворцы присутствуют. Я не ставлю, никто не ставит под сомнение безоговорочность военной победы и так далее. Я сейчас рассказываю азербайджанский дискурс и так далее. 44 дня вот до того, как Шойгу сел или в самолет, или на танк с Ульяновска и приехал туда, если бы ты 1 ноября сказал, что будут российские миротворцы, тебя бы распяли, твоего канала еще не было, меня бы с тобой распяли, если бы кто-то бы заявил, что будут российские миротворцы там. То есть Баку четко, попробуй поспорить, четко продвигал линию, что только на государственной границе. Чем закончилось, мы видим. То же самое ситуация и сейчас. Я категорически за, поддерживаю. Ну, по прошлому кейсу мне даже перед азербайджанской аудиторией, подчеркиваю, перед азербайджанской, приходилось адвокатировать неправильное слово, ну или объяснять, там, кто я такой, почему это рабочий был вариант, росписи с россиянами и так далее. Почему рано или поздно продавят, и ну, все помнят там сбитый вертолет, Касус Белли, хотя я считаю по-другому, много раз говорил, два пука над Хердоланом, там наш кто-то нес кровь, нашел Шушер в плане осколков Искандера, и они потом были в парке трофеев и так далее. Ну все все понимают, взрослые люди, когда нам набрасывают, сдайтесь, Украина, да? Вот. Не надо об этом говорить. То же самое и сейчас у нас есть ситуация. До 25 года сейчас азербайджанцу комфортно и правильно, а не выгонять, но проводить красную линию, что в 25 году вы уйдете. Но есть наши общие друзья, говорят, что не раньше уйдут. И я хочу, чтобы так было. Вот. Но по состоянию на 25 год давай обсудим, как, глядя, в каком состоянии мы к нему придем. Потому что тут, грубо говоря, мы сейчас не знаем, когда наши возьмут Токмак. Это прямая зависимость. Банальный тебе пример. Сроков, кто бы ни называл, они будут гадания на кофейной гуще. Но от этого напрямую зависит. Поэтому то, что сейчас это красная линия для Баку в паблике и в принципе, безусловно, но может быть по-разному. Вот и все. Я за первый вариант, если что. Не, И ну вот, мог. кстати, опять же, интересный момент, возвращаясь, это надо проговаривать, значит, когда я переживаю искренне за процесс, мне реально не пофиг.
Но искренность подразумевает говорить порой неприятные вещи. Когда Фархад Мамедов говорит сейчас, что в азербайджанское обществе идет нагнетание, негодование, почему мы в 2020 году не закрыли вопрос, я охотно верю. Я, правда, считаю, что оно немножко сгасает. Оно тогда было, это негодование, я его подтверждаю. Вот. Но он не договаривает другой момент. Люди в Азербайджане негодуют не почему мы не взяли все до конца, почему не взяли все до конца и запустили, пардон, пидорас туда. Вот это будет полная логика, в которую и не поспоришь, но она должна быть полной, и я с Фархадом согласен. Но надо проговаривать и такие вещи, негодование, да? Особенно после 24.02. Вот и все. А то, что Ереван, позитивное крыло прозападное, говорит, что мы там разворачиваемся, мы станем форпостом для Запада и так далее. Ребята, ну тут кресты или трусы. Не вижу действий. Действий нет в этом направлении. И опять же, я многократно говорил, почему их нет. Это объективная реальность. На тактическом уровне Николу Пашиняна надо усиливать, скажу расплывчато, сектор обороны и безопасности, всю нити сейчас, под выборы не только, конкретно. Он летает, смотрит и так далее. Вот. Становиться полностью субъектным по поводу своего силового блока и так далее. И других там партийных дел и так далее. Вы воюющая страна. Запустили с Францией, допустим, там зачем Париж вычеркнул себя из медиаторов и посредников? Это его проблема. Но кейс с Францией, если вы меняете, грубо говоря, систему закупок, ВПК и так далее, объявили, по крайней мере, на уровне суда, дожимайте с французами. С французами и с ЕС, если вам говорят на вашей территории 200 человек всего, почему не 1200 или не 2000? Это же решение Еревана должно быть. Сколько бы ни говорили, там Запад развернулся, слил, на что он готов. Почему Запад, коллективный, какой угодно, не должен быть готов на московскую модерацию, если две стороны с этим согласны? Когда я говорю, Николу субъектизироваться надо до конца, я подразумеваю, потому что мне это вот напоминает, вот фуры как поехали туда. Вот я, например, не уверен, что это инициатива администрации Николы Пашиняна. Ну, допустим, если да, это тут без вариантов. А если ему пришли и сказали, мы собрали фуры, поехали в Лачин. Никол мог даже все понимая, что они не проедут, но он сейчас не готов во внутриполитическом дискурсе Армении сказать, не надо туда ехать. Или давайте позвоним в Баку, а коммуникация есть. Хотя, говорят, неплохо бы, чтобы она была, но она есть. Коммуникация есть, доверия нет. Следующий момент. Опять же с флагом, который, или с памятником Немезису под выборы в Анкаре. Я неоднократно повторяю, Армения как суверенное государство может ставить памятник, тем более в таком кейсе сейчас, кому угодно. Но тут сам факт постановки памятника у меня вообще ничего не вызывает. Но под выборы в Турции, и опять же, здесь возможен вариант, местная власть, мэрия, я от балды говорю, сказали, инициатива должна к Сутюн, кого угодно. Приходят и говорят, мы ставим этот памятник. И бэк-офис, поверь мне, у Николы могло закраться, а потом после его установки люди прямо говорили, а можно было его поставить после выборов Эрдогана или так далее. И вот Николу это говорят, он это все понимает, но отказать он не может. Как он во внутренней, вот прикинь, вот премьер-министр говорит, не надо ставить памятник Немезису, потому что у нас нормальный трек наметился в отношении с Анкарой. Он технически не может это предотвратить. Если же это все под его началом делается, ну тогда вообще все грустно. Вот. То же самое, как я про попытку или поджог реальный флаг Азербайджана на тяжелой атлетике. В первом ряду сидит Никол Пашинян. Это же не по Азербайджану били, россияне дорогие, и не по Турции. Вот. Предвидя реакцию. Это прямой удар по Николу Пашиняну. Взбодрили и так далее. Чтобы сорвать любые повестки, любые коммуникации, каналы и все. Вот ты меня не перебиваешь, а я на тебя злюсь, потому что меня несет уже. Почему? Это хорошо, что тебя несет, хотя я даже, знаешь, я тихонечко записываю себя. Ну, во-первых, по фразе Фархада, ну, как бы это само собой подразумевается, то, что не остановились, потому что если бы не остановились, тогда бы не было... Я же согласен с фразой Фархада. Кого ты сказал. Я же согласен с фразой Фархада, но негодование усиливается. Ну, слушайте, ну, давайте еще один момент обсудим. Ну, никто не ставит под сомнение, вот слушайте, когда сейчас говорят это. Вопрос Карабаха решен. Попирает Ильхам Али. Вопрос Карабаха решен. Что не проговаривается этой фразе? Вопрос Карабаха решен с Арменией, но не решен с Россией. И давайте после этого говорить про все негодования.
Потому что если с Арменией не решен, ну тогда вы ставите под сомнение фразу главком вверх, а политично рассуждаете, друзья, и так далее. Почему элементарные вещи стесняться говорить? Вот и все. Эту фразу уже внутри власти ставят под сомнение некоторые. Так вот, теперь что касается Армении. Западное крыло абсолютно живет в нарративе русско-азербайджанский сговор, и мы вот тут ему сопротивляемся. И все. Это ерунда. Это Точка. ерунда. Ну, хорошо, элементы есть, ну, что мы включаем понятие в сговор? Ну, слушайте, ну, конечно, есть. Это. Вот. Войдите с Азербайджаном в сговор, понимаете? Помогите ему, Азербайджану, навести мосты с местными армянами через Ереван. Помогите. Вот. Почему вы вместе одинаково подчеркиваете, при том, что в Ереване, не удивлюсь, что больше, не любите Рубена Варданяна, но формально с походами на совбез и так далее играете с ним в одну дудку. Но это же медицинский факт. Любого человека, поддерживающего Никола, будучи в его команде, поддерживающего просто, спросите по Рубена Варданяна, я самый мягкий комментатор тогда буду на выходе по этому поводу. Потому что у меня, ладно, у меня свои эти, вот, кремлевский ставленник анафема, со мной все просто. Ну вы же рудники стояния эколога в кавычках и без. Закрыли же вопрос, но не до конца. Примерно как с известной фразой. Что вот он там делает? Хотя парадокс в ситуации в чем? Вот смотри, где не правы те, что он играет свою песню. Рубен Варданян, если бы играл свою линию по бизнес-каналам, по каким угодно. Вот кто-кто он с Баку мог бы начать разговаривать. Ну, прилетел. Ну, закрыли глаза, что прилетел, не получив в МИДе азербайджанском разрешения. Ладно. Ну, прилетел. Есть хозяйственный спор, давай работать. Ну, как, с одной стороны, он не местный, с другой стороны, не принимал участие в войне. И ни под каким соусом он не военный преступник. Раз. Наводи мосты. Ну, что он начал делать? Ну, сколько мы разговаривали? Он вышел и сказал, в Штатах, во Франции, дождевым червям, иди сюда, сказал. Давайте субъективизировать Карабах. И когда мне кто-то скажет, что это он перечеркивает повестку, в том числе кремлевскую, а такое звучало, в том числе и из Баку. Но это смешно. Понимаешь? Вот и все. Но дорога через Агдам будет открыта. Запомните эту программу. В ближайшем будущем. Ты не слишком большое внимание, не слишком большую роль отводишь Варданяну. Ты его не переоценил. Нет, я попал в капкан чего? Я действительно неделю следил за процессом. Я просто хочу сказать что-то нетривиальное, потому что я понимаю, но Варданян... зачем я буду пересказывать уважаемых людей? Вот. Кто-то для себя найдет оценки там, где это магистральный совбез, там блестящая победа, блистательная, прошу прощения, думай, что говоришь, блистательная победа, раз, это там, это все есть, это без меня понятно. Но тут подсвечиваю, у меня вот интервью с Дождем, для меня это маркер. Я немного могу сейчас говорить по поводу того, как, по каким вещам и где, как работает Варданян. Вот кто тебе мешает? Ну, кто мешает? Никто мне не мешает. Подождем чуть-чуть. Пусть проявится еще где-то. Вот. Но это же понятно, зачем это делается. В восторге ли от него местные армяне Карабах? Мониторьте по этим, каким угодно, агентурным, еще каким угодно каналам. В восторге ли от действий Рубена Варданяна? И кто он? Общественный деятель? Без должности. Доволен ли его действиями Гурген Нерсесян? Или еще кто? У меня нет ответа на этот вопрос, но балки на Агдамский маршрут выложены. Вот и все. По поводу Пашиняна, может предотвратить и надо становиться субъектным. А как? А мы по стратегическим вопросам. Как суслики станут ежиками, это уже тактика, я не знаю. Вы же, оттуда же звучит, что мы с Западом, так сказать, вот, всю Ники хотя бы наведите порядок. Потому что там скоро помимо пограничников и консульства иранского и российского могут появиться зеленые, прошу прощения, человечки или кто угодно. Все может быть. А вот с этого места поподробнее. Да россияне могут там контингент вводить и так далее, воду мутить. Со 102-й базы. Они и так есть, ФСБ же. Ну так ФСБшники усилят, значит, в костюмах могут оказаться, в кавычках и без, уже оказались.
Там наведите порядок для начала, а потом субъективизируйтесь дальше. Не знаю, не представляю как, но да, я тоже по стратегии, а не по Ну, тактике. не, ну слушай, не участие в учениях ОДКБ, французские атташе, поставки вооружений просачивалось и так далее. Если вы хотите разворачиваться, разворачивайтесь. Ну, нельзя же декларировать. Но опять же, ну, смотри, посмотрим в сентябре, получится ли Николу Пашиняну удержать дихотомию либо я, либо там реваншисты, дашнаки и так далее, как они называют, по выборам мэра, устоит или нет. И от этого дальше будем качнут ли ситуацию. Потому что Ереван, ну, это сколько? 70% населения. 60-70% Не избирателей. знаю. Понятия не имею. Я, кстати, недавно случайно на просторах интернета наткнулся на забавную статью. Я ее читать не стал, но ржал долго над заголовком. Дело Васадзе в овечьей шкуре. Белого сазы в овечьей шкуре. Искусство заголовка, да. Я думаю, да. Забираю в блокнот. Мне так Вот. понравилось. Слушай. Это все понятно, это все ясно. Это мы знаем. Но перехожу к другой, не отбегая далеко от региона, но перехожу к сенситивной теме, и я этот вопрос оставил для тебя специально. Я не стал спрашивать ни у азербайджанцев, ни у армян, ни у кого не буду спрашивать, но, потому что тут понятно, что они ответят. Я хочу спросить у тебя. Злой одессит, знаешь такого? Да. Александр Коваленко. Да. Он написал, что на освобожденных территориях Украины найдены противопехотные мины производства Армении. Это что? Ты слышал про это? Слушай, ну ты же, во-первых, несколько постов было у злого одессита, и не он, а ему и сообщили, что разогнанные фотографии были сделаны в 21 году в районе населенного пункта Забух и так далее. А все остальное информационная война, как она есть. Вот Все ответ на понял. твой. Не зря я держал этот вопрос. Читайте, если вы, во-первых, обязательно имя забыл, фамилия Коваленко точно помню, Александр. злого Александра надо читать, рекомендую. Вот. Но если кто-то у Александра это увидел, ну читайте его дальше. Притом там не его расследование было по поводу, а конкретно было отмечено. Кстати, низкий поклон, я не спрашивал, не буду называть фамилии, они посмотрят программу. Из Азербайджана мы это в привате обсудили, абсолютно все понятно. А инфовойна, она такая, как она есть, почему нет? Это при том, что я, например, по линии вот сейчас с информационной повестки ушел в прямом смысле и переносном смысле этого слова батальон Арбат. Армянский, так называемый, который был сначала А создан. он и появился один раз в армянской церкви в Москве. И там Москве. обкатывался. Так потом он был во многом разбит, кстати, тоже информация. Но там же, опять же, бессмысленная, беспощадная пропаганда, нюансы есть. Там же, например, бледно выглядела, например, украинская сторона, потому что я забыл фамилию. Там же этим делом занимался гражданин Украины, может, сейчас паспорт сдал после 2014 года, после Крыма, представитель армянской диаспоры, но гражданин Украины, который был в процессах с Аксеновым, сепаратизм и так далее в Крыму. По этой линии он собирал армянских добровольцев по, не знаю, с какими паспортами и так далее на войну. Вот их собрал. А второй момент, там Ардзинба стоял еще. Вот. Не Выжил из Ардзинба, окна. а нет, его Не, господи. Абитбар. Ну, Абитбар его. То есть с известным позывным всплывает и так далее, и все. Все подали это. Но эти ребята к Армении, нынешней Армении материковой, имеют такое же отношение, как морские свинки к морю. Вот и все, тоже надо эти вещи проговаривать. Ну, я же уже говорил, что 44 дня азербайджанская информационная война в учебник, до 44 дней и после, что Армения, что Азербайджан, инфополе, сори, это психбольница. И раз уж мы заговорили про информационную войну, смотри,
Я исхожу из того, что есть мемы российской пропаганды, Не, не, которые я, мы... собственно, еще один момент, я же начал сумбурно, не закончил. Мины, вот по тому каналу, что я сказал, крымские сепаратисты и так далее, ну, этот, которые, кстати, пытались добровольцев собирать и в 2020 году, во время 44 дней и так далее. По этому каналу появиться могут быть как люди, мины и другая продукция. Но это мизер говорить о том, что официальный Ереван этим занимается или подставляется. Ну, у меня еще со времен, когда приходилось опровергать Су-30, там, чуть ли не с пилотами. Ну, пока, поверь мне, таких данных нет. Не дай, ну, вдруг появится, русским не поможет, а Армения, ну, она прекрасно понимает. Я на уровне администрации Пашиняна вызовы и риски. Были набросы про иранские шахеды, которые стреляли в районе Теха по Азербайджану. Это все как бы, ну, бессмысленно и беспощадно. Идем дальше. Нет, ну это как бы то, что нужно проговаривать, согласись, что это так. Не, ну, я же, не, инфополе, я к нему спокойно отношусь. Ну, я, для нас фактаж важнее, я так считаю. Да, несомненно, для нас по-моему, речь. Нужен фактаж для того, чтобы проговаривать все эти вещи. Я именно про это говорю. Слушай, у меня такой к тебе вопрос. Зеленский в публичном пространстве несколько раз поблагодарил лично Алиева и Азербайджан за оказываемую помощь. Сначала было по горючке, по энергетике, потом было противоминные машины, да? Противоминные машины, не знаю, доехали, но уже передаются, едут. Я могу только присоединиться к словам благодарности. Да, я Искренний, нижайший поклон, что еще могу сказать? элемент политики в этом. Элемент политики Украины. Украина ведет свою игру, и элемент политики отрыва Азербайджана от России. То есть можно было бы публично этого не делать, а это делается публично. Почему? Только Это благодарность делаем. или еще? Это элемент политики отрыва Азербайджана от России. Тут нечего добавить. Помимо того, что... Не, ну, для меня, как Спасибо, собственно. для украинца это вторично. Важно, что идет помощь. И поверь мне, я бы мог назвать номенклатуру, но не буду этого делать из принципа не навреди. И так далее. Как А, ты сейчас правильно... забрасываешь опять. Вот то, что я сейчас Забрасывают? сделал, это брос. А как ты хотел? Вот, Я не забрасывают. хотел Не, никак, ну я просто хотел. там было, например, еще заявление нового посла. Кстати, слава тебе, Господи. Огромнейший плюс для Киева, для Баку. Наконец-то. Сменен или сменена тот, кто сменен. И приехал посол Азербайджана, который за какие-то недели сделал между странами в публичные, поверь мне, не только плоскости в последний период, больше, чем попередник, точнее попередница и так далее. Здесь просто слов нет. И там у него были заявления, после которых его то ли Карасин, то ли пьяная Захарова, там не суть важно, все равно это уже ведомство А, да. превратилось в отдел это. Наехала на господина посла, что он, у нас же союзная декларация, думай, что говоришь. Вот. Ну, Азербайджан кивнул и продолжил делать то, что делает. Тут все, по-моему, хорошо. Будем думать, называется это. Но. И важный момент, который я обсуждаю практически со всеми моими соведущими, скажем так, гостями язык не поворачивается назвать. Значит, по поводу тех пропагандистских мемов, которые забрасываются Кремлем, Йенсена мы с тобой не обсуждали, но мы очень много обсуждали Йенсена с другими. Будем обсуждать? Скажешь пару слов? Что еще раз Про скажи? Йенсена скажешь пару слов? А, Йенсена, ну, слушай, я и так вот это с крыльями сижу, покрасневший. Ты перепостил мою программу на «Поистине». Я могу только проговорить по этому поводу, по Йенсену и так далее. Вот я на это дело, мне легче, чем остальным, не обращаю внимания, почему. Для меня в этой связи стакан наполовину полон. Повертите мне на языке. Даже в этой провокационной, случайной, какой угодно, в В виде полезного университете идиотизма. отвечай на вопрос студента какого-то или непонятно Да. кого. Ну, понимаешь, дискурс-то идет уже членство Украины НАТО будущее, оно обсуждается как свершившийся факт.
И московские белые ходоки или промосковские, начиная там даже на твоем канале появились, то ли переспавшие с рептилоидами, там англосексуальные ватиканцы и так далее, даже они уже к этому делу подключились и начинают уже это как факт говорить, что вот замиритесь, оставьте территорию, вот вам членство в НАТО. Йенсен, как я понял, он сказал на панельной дискуссии, но никто не удосужился полностью ее расшифровать. Дальше Столтенберг прямым текстом сказал, что будем поддерживать до членства, до деоккупации территории и так далее. Мне посыл Столтенберга греет душу больше, хотя я понимаю, что будет, может быть по-разному и так далее. Вот все будет решать наш фронт. Касаемо членства в НАТО год назад, еще больше, еще до фразы Киссинджера, до выступления Киссинджера, не помню где, их было глобальных два. Второе нам тогда понравилось больше, оно было очень давно. Киссинджер первый или его говорящий головой. Впервые был запущен этот тезис о том, что Украину можно будет брать в НАТО вот, до оккупации всей территории в границах 91 года. После этого пошли инсинуации про германский вариант, корейский вариант и прочее неадаптивное на украинские реалии билиберда. Вот и все. То есть эти вещи начали обсуждаться. Но еще тогда это было сказано. И еще раньше в твоей же программе я сказал и не меняя мою точку зрения. Если или когда случится победа Украины над Российской Федерацией и НАТО, так же как и ЕС, останутся со своим функционалом и в нынешней своей конструкции, Киев обретет это членство чуть ли не автоматически. Я в этом категорически уверен. Дело в кавычках за малым, за ситуацией на фронте. Вот и все. А дальше можно обсуждать, каждый заворачивается, это все звенья одной цепи, что помощь прекратят, что то, что там до осени навоюете, то за вами и останется и так далее. Я на это не обращаю внимания. Эти нарративы нет смысла ломать, они бессмысленные, беспощадные. Чьи-то хотелки, чей-то полезный идиотизм, чья-то ангажованность, у кого-то молодость вместе с Путиным уходит. Ну, всякое может быть. Не, ну на самом деле я с тобой не согласен с тем, что эти нарративы не нужно обсуждать и не нужно опровергать, их Не нужно нужно, опровергать. их нужно обсуждать. Я говорю свое мнение, что я об этом всем думаю. Понимаешь? Вот сколько, вот смотри, вот, ну, я не могу поменять законы информационного поля. Мы не можем с тобой поменять ситуацию, когда как минимум украинский, но далеко не только сегмент, ушел в YouTube и начал работать по системе алгоритмов YouTube, а не адекватности информации. В том числе и поэтому, а не только по недосмотру украинского сектора обороны и безопасности, спецслужб и контрразведывательных органов. Вся пиздатень с каналов Медведчука, Мураева и так далее осела в Ютубе. Вот. Осела в Ютубе и поет. Понимаешь? Вот и все. Я не могу эту тему поменять. Пусть поет. Я могу списками тебе говорить, кто там выступает, клиентела СБУ. А они до сих пор выступают. Это проблема Украины, это надо проговаривать. Вот и все. А теперь касаемо Йенсена, сколько человек живет информационное поле. Выдернули Йенсена, разогнали все, включая Скобееву, что ха-ха-ха, посмотрите, мы согласны. Там была странная программа. Выходит Столтенберг, сколько, ну это законы информационного поля. Сколько изданий процитировал Столтенберга? Прямого начальника Йенсена. Процентов 10 соотношение, 1 к 9. 1 к 10 с фразой Йенсена. Что будет на практике? Ну, сейчас дело, в том числе и трагическими событиями, тема там, в Чернигове убили. О чем мы вообще обсуждаем? В Чернигове убили опять детей до этого. Мы подожгли два Ту-22 на аэродроме под Новгородом, они убили в Чернигове детей. И вот этот генезис будет развиваться, пока не закончится нашей победы. Не отползут, но ядерную бомбу кинут, окей. Дальше что? Вот. Мы с Вот тобой. я просто эти вещи надо говорить. Если не сломали на Минск-3, я хочу на это посмотреть, как сломают на Стамбул или еще куда угодно. Бред, не сломают, но мы с тобой говорим о другом. Мы с тобой говорим о жанрах информационной войны. И если про условного Йенсена, я сейчас не Йенсена обсуждаю, а именно жанры информационной Йенсен бедный, бедный и кает, войны. и как это, да, ни хера себе сходил за хлебом, понимаешь, там. Так вот, я сейчас не его обсуждаю, я обсуждаю жанры информационной войны. И если из каждого утюга звучит этот тезис, то антитезис тоже должен звучать не один к десяти, Хорошо, а из каждого утюга. я с тобой согласен. Ну,
Окей. Ну, что я еще должен сказать? Ну, посмотрите, посмотрите, подождите чуть-чуть. Ну, или не чуть-чуть. Все увидите. Все увидите. Ждать, надо опровергать бред и пропаганду. Вот о чем идет речь. Которую кто-то искренне подхватывает, кто-то считает, что действительно это так искренне, кто-то неискренне, кто-то потому что так считает, ну и так далее. У каждого своя мотивация, но если это не проговаривать, то эта фраза, она Не, ну так остается есть. давай, что еще по этому поводу сказать? При нынешнем, вот, опять же, пас, почему я, например, вокруг Карабаха считаю вариант оптимальный для меня, сколь бы он фантастическим сейчас не выглядел, это интеграция местных армян Карабаха в качестве граждан Азербайджана и деоккупация тем самым территории де-факто, а не де-юре лишь. Почему я так считаю? Потому что я не вижу других раскладов на Земле сейчас поменять эту ситуацию. Их просто нет. Возвращаясь в нашу историю, я не вижу сейчас раскладов на Земле. Они могут быть очень разные. У нас динамика не такая, как в Карабахе. Мягко говоря, не такая. Но на данный момент я не вижу сейчас каких-либо предпосылок, вот, чтобы Киев согласился на вариант условного Йенсена, одного, второго, третьего и так далее. Но и дорогим зрителям, слушающих разных комментаторов, вот. Хочу сказать, что многие комментаторы даже сейчас не учитывают один важный момент. Это субъектность Киева в этой войне. Это очень большая ошибка в оценках. Вот и все. И к этой ошибке в оценках подводят свидетели рептилоидов, англосексуальные англосаксы и прочая белиберда. Понимаешь? Вот и все. Как раз-таки эта субъектность, вот это очень важно проговорить, эта субъектность отрицается для того, чтобы подвести подо все остальное. Вот в чем, где собака порылась. Отрицание субъектности Киева обязательно ведет к тому, что Киев сдастся, куда он денется. Все очень просто на самом-то деле. Схема простая, как вареник. Хочу вареник. Точно так же те же самые люди, кстати, отрицают субъектность Баку в процессах Алкопа. Те же самые люди, в той же самой логике. Все, пожалуй. На этом, пожалуй, все. Потому что мы уже проговорили час, а даже больше. И я думаю, что мы сказали все, что хотели, все, что хотели. Можем говорить дальше. Выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Хотел. Большое спасибо за очень интересную беседу. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава, до новых встреч. Традиционные слова благодарности за то, что терпят.